пожаловать в клуб франкофилов. Привет всем! Сегодня мы с вами изучаем столицу Бурбоне, город Мулен. Наверняка, если вы франкофилы, то вы слышали про династию Бурбонов. Я почти уверена, что вы слышали про Генриха IV, знаете про Людовика XIII и, конечно, наслышаны про галантного Людовика XIV и про всех его потомков. Бурбоны – это династия французских королей. Их родина находится именно здесь, в Бурбоне, в провинции, спрятанной в центральной Франции. Сегодня Бурбоне не очень известен, меж тем здесь есть очень много интересного. И я почти уверена, что вы для себя откроете с большим удовольствием столицу Бурбонов. Столицу герцогов бурбонских, столицу потомков короля святого Людовика и одну из старейших королевских династий, до сих пор живущих на свете. Мулен стоит на реке Алье. Известная своими порогами, когда-то эта река была судоходной, и очень удобно было добираться по ней до долины Луары. Старый центр Мулена красив, и одна из его главных достопримечательностей – это кафедральный собор, в котором хранится жемчужина Северного Возрождения – триптих из Мулена. Из Мулена – загадка для многих мастеров и искусствоведов. Скорее всего, созданный в конце 15 века, он ни разу не реставрировался. Образ жены или Богородицы, помещенный в солнечный свет в мандорлу, и в ее руках сидит младенец Иисус, под ногами серп луны. Дева Мария здесь царица небесная. Загадочные черты Девы Марии, сложно себе представить, что этот триптих не реставрировался, начиная с конца 15 века. Посмотрите на то, как прописана ее кожа, сочная, яркая, скорее всего, это реальная женщина. Бесные молятся два заказчика триптиха, один из них это Пьер де Бужо, или герцог Бурбонский, его представляет святой Петр. Царицей Небесной представляет святая Анна Анну де Бужо, регента когда-то Франции, и справа ее дочь Сюзанна. Будущий муж Сюзанны позже когда-то предаст Франциска I. Ангелы тоже присутствуют на триптихе. В них исследователи видят реальных детей. Сложно себе представить, что этот триптих дошел до нас без единой реставрации. Теперь мы прогуляемся с вами по замечательному кафедральному собору в Мулене. Этот собор относится к стилю пылающей готики. Конечно же, он знаменит своими восхитительными витражами, многие из которых датируются сегодня 16 и 17 веком. Строительство этого кафедрального собора, тогда еще коллегиальной церкви, было предпринято в 15 веке герцогами бурбонскими. Внутри собора хранится чудотворная статуя Девы Марии, темной Девы Марии конца XI – начала XII века, которую жителям Мулена предписывает множество чудес. Вот здесь, за моей спиной, находится одно из первых строений французского ренессанса. Замок, вернее, крыло замка восхитительной Анны де Бужо, одной из самых знаменитых регентов Франции. Мулен – это чудесный город в центре Франции. Очень часто он неизвестен широкой публике. Меж тем, Мулен даже некоторое время, считайте, был настоящей столицей Франции. Давайте с вами немножечко разберемся, в чем же история Мулана и места, в котором мы с вами находимся. Речь идет о так называемом Бурбоне. Это земли, которые находятся в самом сердце Франции, принадлежащие герцогу Бурбонскому, Людовику I, никому иному, как внуку Людовика IX, святого Людовика, великого короля Франции. С 1327 года начинается история, когда Бурбоне будет возведено в ранг герцогства, то есть дюше.
следует целая серия династий герцогов. Один другого известен. Самый расцвет Мулана связан с Пьером II, Пьером де Буже и его супругой, дочерью Людовика XI. В этот момент Франция, речь идет о 15 веке, постепенно начинает объединяться. И, конечно же, речь идет о том, чтобы Бурбоне стала настоящим союзником Франции. Удивительно, что здесь перед нами находится одно из первых творений французского Ренессанса. Сейчас вы меня спросите, а почему же не в Париже, почему же не в Луаре? За творение первое творение Ренессанса оспаривает замок в Блуа и Мулан. Анна де Буже была одной из самых знаменитых и самых влиятельных принцесс Ренессанса. В этот момент, в конце, во второй половине 15 века, Мулан становится местом, где работает, например, Жан Э, мастер из Мулана и целая плеяда Франсуа Вилар, целая плеяда талантливых французских мастеров. В этот же момент начнется сооружение кафедрального собора в Милане, потому что здесь появится епископ. Впрочем, в Бурбоне находящаяся в зените славы вплоть до 1522 года позже угаснет и перейдет в руки короны Франции. Один из последних независимых герцогов Бурбоне, Шарль, предаст, вернее, совершит роковую ошибку, мы говорим о предательстве, но в тот момент скорее будет правильным сказать о роковой политической ошибке, перейдет на службу к императору Карлу V, потеряет свою голову и потеряет свою жизнь во время осады Рима, и Бурбоне будет конфисковано королем Франции. Мулан обязательно стоит посещения. Этот город очень динамично развивался и в 16, и в 17, и в 18, и 19 веке. Здесь есть много интересных музеев, например, музей, который находится прямо за моей спиной, музей национального костюма, потрясающие маленькие рестораны и небольшой городок. Я обязательно дам вам адрес места, где мы живем в Бурбоне. Приезжайте сюда летом, купайтесь в бассейне и наслаждайтесь шармом тихой провинциальной Франции. Ну что же, эта башенка тем временем очень символична для Мулена. Почему? Эта башня появляется здесь в 15 веке как символ франшизы, да, или возможности городского самоуправления, подаренной герцогом Мулену. Ну, как правило, конечно, это делалось для того, чтобы способствовать развитию городов. Эта башня изначально носила часы, созданные во Фландрии, тогда очень точные. Ну, конечно, башня за свою почти 500-летнюю историю претерпела два пожара. После, в общем, каждого из них, вот один был в 17 веке, другой в 46 году, в 1946, каждый раз восстанавливали вот эту замечательную башенку, да, вот так называемую башню, на которой находятся Жак Мар и Жаклин. Это фигурки, которые вы видите вот здесь. Да, вот он, Жакмар, Жаклин и Жакет, их дети, которые отстукивают каждые, соответственно, четверть часа. Жакмар и Жаклин, они уже отстукивают часы. Вот что, кстати, любопытно, что эта башенка служила горожанам не только как башня часовая, но и как наблюдательная башня или Tour de Guet. Именно поэтому встретятся вот такие маленькие окошки, то есть они еще и наблюдательные. Кстати, в случае беспорядков эту башню можно было использовать не только по часовому назначению. Напротив часовой башни находится мэрия Мулена. Мэр Мулена появился довольно давно, в начале 16 века, 1518 год. Но я вам уже говорила, что давно у горожан-то, в общем, было правило муниципального самоуправления. Вот там, где стоит Себастьянтус, находится старинное здание. Мэрия потихоньку приобретала здесь все здания, чтобы наконец-то создать себе целый квартал. Кстати, что интересно, площадь-то средневековая. И как мы это с вами, друзья, понимаем? По ее форме она неправильная. В средневековых городах не было правильных площадей. Как правило, они адаптировались к географии города и адаптировались к естественной, то есть географии,
адаптировались к жизни города. Да, это не наши с вами сегодня регулярные, правильные площади формы. Ну, а мы продолжаем движение по Мулену, и я хочу вас привести еще в несколько интересных мест. Думаю, что вы уже оценили внимательного средневекового персонажа, который за вами наблюдает. Сейчас мы прошли по улице Ювелиров, дом справа средневековый, с небольшими вкраплениями Ренессанса. И вот мы поворачиваем с вами в другую средневековую улочку. Мы находимся сейчас в том, что когда-то было административным деловым кварталом, прилегавшим ко дворцу герцогов Бурбонских. Здания, которые вы видите по обе стороны улицы, средневековые. Многие из них относятся к концу 15 века и сохранили многие типичные элементы. Например, домик, который вы видите прямо по нашему курсу, построенный как будто бы из трех разных уровней, когда-то принадлежал одному из богатых хирургов и цирюльников герцога. Это настоящая жемчужина пламенеющей готики конца 15 века. И сейчас мы подойдем и посмотрим на этот домик ближе. Вы видите, что домик построен в стиле пламенеющей готики. На его фасаде можно встретить капусту. Присмотритесь внимательно к небольшим элементам, поддерживающим деревянный фасад в форме креста Святого Андрея. Да-да, это та структура, которую вы видите прямо перед вами. Этому дому больше 500 лет. Прямо рядом с домом Тьерри де Клев находится Пляс де Лансамполе или площадь Старого Дворца. Вы находитесь прямо у ворот замка герцогов Бурбонских. Именно здесь могли происходить судебные дела, и также тут находился дом казначея герцогов. Когда-то замок герцогов Бурбонских поражал воображение. Посмотрите на эту гравюру, она представляет замок здесь в начале 17 века. Вы увидите как мощные стены, так и восхитительный сад Ренессанса. Увы, все это будет унесено большим пожаром в 17 веке. К сожалению, до сегодняшних дней дошла лишь небольшая часть замка, в том числе и донжон, который когда-то Людовик XIV, если верить легенде, назвал «Малькуафе». «Малькуафе» означает, что у него была плохо сделана крыша или плохо причесана была эта башня. Но согласитесь, даже то, что осталось, впечатляет и сейчас. Представляете, какой красоты у нас бы мог быть с вами замок. Впрочем, не только славная история бурбонов известен Мулен. В этом кафе когда-то пела сама Коко Шанель. Именно здесь она начинает свои первые шаги и прогуливается вот таких кафе, поет песни. В то время в Мулене расквартирован большой полк, и Коко намеревается открыть для себя карьеру певицы. Позже из Мулена она уедет в Виши. Впрочем, поговорим сейчас с вами об этом. А пока насладитесь видом этой шикарной витрины Belle Époque, дошедшей до нас прямо из предвоенных прекрасных лет. Я уже говорила вам о том, что Мулен – это не только город истории, история региона Бурбоне, но еще и город истории, связанный с одной из самых великих модельеров своего времени – великой кутюрье, великой Коко Шанель. Когда-то Коко Шанель прогуливалась вот на этом променаде. Когда-то в Мулене был расквартирован большой полк. Конечно же, Коко Шанель, как говорят французы, тхене, или часто зависала с местными ребятами. Коко многие знали как Коко Кокорико, одна из любимых песенок, которые распевала когда-то кутюрье. Ведь в свое время она даже отправилась в Виши, чтобы попробовать себя там в музыкальном искусстве. Увы, Виши не оказалась для мадемуазель большим успехом в музыкальной карьере, но стала поворотом в ее
общей карьере. И именно с этого момента Шанель, Габриэль Шанель, принимает решение не заниматься музыкой, а уйти в кутюр. И вот примерно в таком кафе Шанель могла проводить свое время. Это одно из редких, единственных кафе, которые до сих пор остались здесь, на этом променаде в Мулене. Когда-то тут были крепостные стены. От крепостных стен где-то в некоторых местах остались напоминания башенки, в которых сегодня живут люди. Ну а вот такое кафе вполне могло встретить людей в момент прекрасной эпохи, залиться музыкой и подарить вам моменты удовольствия. Ну, а наша экскурсия близится к завершению. Справа дом, где, скорее всего, останавливала свое время Жанна д'Арк. Видите, Мулен и здесь отметился интересными событиями в истории. Потихоньку начинают проплывать фасады прекрасной эпохи. Мы идем с вами на одну из центральных площадей Мулена, где как раз в момент прекрасной эпохи кипела жизнь. Торговая улица выводит нас к площади Алье, экономическому сердцу города. Начиная с 15 века здесь проходили большие ярмарки. И сегодня это площадь, место, где многочисленные жители Мулена любят прийти, погулять, есть мороженое, посмотреть на базилику Святого Петра и, конечно, зайти в знаменитое Grand Café, где когда-то пела Коко Шанель. Надеюсь, что вам понравился Мулен. На такой стильной ноте мы с вами закончим в кафе, где пела Коко Шанель. Мулен – это город, где много истории, искусства. Это город, где находится центр национального костюма. Это место, куда вы можете приехать на выходные, открыть его музей, погулять по его старым улочкам. Уверена, что он вас удивил. И что вы смогли в этой экскурсии открыть для себя его шарм. На нашем пути еще лежит много других интереснейших открытий. Мы посмотрим с вами города, музеи, придем в гости, послушаем интересных экспертов. Я желаю вам хорошего дня и до новых встреч в клубе франкофилов!